Всем привет! Я снова в лайве. Прикиньте, что-то произошло со мной. Я за последний день, сколько, три раза уже выхожу в лайв, да? Третий. Ничего себе. Я заболел. Я сейчас сижу на авторадио, жду эфира. Вот у меня есть минут 15. И решил зайти с вами пообщаться чуть-чуть. Как дела? Рассказывайте. Как жизнь? Могу почитать комментарии. Клип огонь. Рассказать новости какие-то. Есть у вас вопросы? Задавайте. Только не банальные вопросы, а задавайте какие-нибудь интересные, необычные. Что вас волнует? Расскажите мне. Красавчик. Спасибо. Трек на репите. Спасибо. Планируешь фит с Дорофеевой? Хороший вопрос. Похудел очень сильно. Да ничего не похудел. Я пожизненно вешаю 71-72 килограмма. Вот сходил в туалет 70 килограмм. Покушал 72 килограмма. Никогда разницы нет. Но сейчас я занимаюсь спортом, набираю немножко массу. У меня такая генетика. Смиритесь уже с этим. Толще я точно не буду. Для того, чтобы мне поправиться, мне нужно жрать минимум раз 7 дней. Ну и то. Не факт. Завидуйте молча. Шутка. Так, Макс, твой голос однозначно самый любимый. Спасибо вам большое. Пошли со мной на свидание в Москве. Пошли. Ты угощаешь? Привет с Байкала. Байкал класс. Помню, мне нравилась водичка. Помнишь, называется Байкал? Такая копия Кока-Колы. Она продается там? Тогда я точно приеду. Про творчество скажи. А что вам рассказать про творчество? Ну, все и так видно. Премьера трека, премьера клипа. Я очень радуюсь, смотрю, читаю все комментарии, смотрю, как трек разносится по всей Восточной Европе. Кстати, не только, правильно? Где еще ставили трек? Ну, все посоветовало. Ну, вся Восточная Европа, короче. Когда в Минск? Надеюсь, что скоро. Хотел бы приехать, очень люблю Минск. Хочется много песен на тебя. Если у тебя концерт летом. Летом? Уже да. Подтвердился? Да. А если корона? Ну, слушай, ну, это не предвидение. Тогда летом увидимся в Минске. Покупайте билеты. И я не приеду. Шутка. Я приеду. Так, да, я, кстати, сейчас работаю над новым материалом. Абсолютно новым. Ну, потом чуть позже уже буду вас держать в курсе. Сейчас пока мы сфокусированы на песне «Бестселлер». С прошедшим днем рождения. Спасибо. Скажи, какие книги по эзотерике посоветуешь почитать? Так, какие книги по эзотерике? Ну, я как бы уже там часто говорил, мои самые любимые книги – это «Беседы с Богом». Там есть трилогия, но мне нравятся первые две. Они очень интересные. А еще какая книга? «Нектар для души». Очень классная книга, тоже советую. Но в последнее время я там читал книгу Лобковского. Как она называлась? «Путь к себе». Я не помню, как она называлась конкретно, но она у меня дома лежит. Я также читаю книгу «Очаровательный кишечник». Очень хорошая книга, кстати, советую. В ней очень много полезной информации о том, что нужно кушать и как нужно кушать. Ну и в целом, какие продукты тебе могут подходить и какие нет. Все уже, пора заботиться о здоровье. Уже никакого фастфуда. Так. Что я только что съел? Молчи, женщина! Сучи, банан Макдональдс. Что ты врешь? Нагло врешь. Can I download the song in Apple Store? Definitely, it's already been released. So you just go online and download the song. Клипы, песня, огонь. Спасибо, я в восторге, ты умничка. Спасибо. Прости за банальный вопрос. Концерт в Иркутске будет? Надеюсь, что будет. Как давалась хореография для клипа? Давалась она, ну, в принципе, легко. Я, ну,
как-то умею вроде бы импровизировать, бросаю свое тело в разные стороны, и что-то из этого получается. Ждем в Латвии. Я с удовольствием прилетел в Латвию, очень люблю. Приезжай в Китай. Катя, когда у нас концерт в Китае? Сейчас летим. После авторадио. Полетели. Летим в Китай сейчас. После авторадио. Так. Музыка, песня обалденная, спасибо. Когда тур? Тур планируется с осени, если все будет окей, если не будет никаких больше волн. Все вакцинируются, отменят все ограничения. Тогда мы с вами увидимся осенью. И я думаю, там дальше уже будут подключаться разные страны. Так как концерт анонсирован был, площадки как минимум забронированы. Поэтому концерт по-любому должен состояться. Но теперь только нужно выбрать правильную дату. Так что по-любому все заявленные страны и города в рамках тура «Неземная», они будут. Правда, единственное, что если это произойдет через год, то я думаю, что мы переименуем тур и поедем с новой программой. Но это не факт. Так, мы в Испании слушаем новый трек с большим удовольствием. А, класс, привет Испании. Когда концерт в Празе? Я надеюсь, что скоро. Я скучаю по Европе, на самом деле. Давно там не был и хотел бы снова туда полететь. Что еще? Макс, big love from Canada. Love your new music video with Diver. Thank you so much. I appreciate it. I would love to go to Canada as well. I really like Toronto. Hopefully, I'm gonna see you there at my concert soon. В Архангельск приедешь? Наверное. Ребятки, честно, лучше не пишите сейчас города, потому что я вам ничего сказать не могу. Я с удовольствием приехал бы в каждый город, но сами понимаете, да, что происходит. Посоветуйте фильм. Фильм. Какой фильм мне понравился? Я не помню. Ну, мультик «Душа» мне очень нравится, посмотрите. Я люблю мультики больше, наверное, чем фильмы. Хотя... Какой фильм посмотреть? Не знаю. Зайдите на Netflix, там куча разных вариантов можно найти. И вбейте в гугле топ лучших фильмов. Там точно можно хороший список найти. Кто на заднем плане говорит? Вот она. Женщина. Так как Саша остался в Киеве, вот у меня подделка Александра, Катерина. Точнее, Саша сделал операцию. А тут кто у нас? Так, что там еще у нас? Привет из Одессы, привет из Камчатки. Что еще? Какие вы используете программы для написания музыки? Я работаю в Лоджике. Вот уже лет 10, наверное. Вот как изучил его, мне очень комфортно, очень нравится. Всегда обновляю новые версии, когда выходят. И приятно удивляюсь тому, как меняется и интерфейс, и в том числе функциональность этой программы. Пишешь песни для других певцов? Нет, не пишу уже. Пишу больше для себя. И много экспериментирую со звуком. Где с тобой можно встретиться, пока ты в Москве? На улицах Москвы, на радиостанциях, на концертах. Где брали идеи для клипа? Это нужно спросить у Алана. Он генератор гениальных идей. Что там за женщина? Женщина, кто ты? Женщина, женщина, скажи, кто ты? Я сейчас такой скандал учинил. В 3600 и 5600. Это разные вещи. Если кто-то понимает, о чем я, вы понимаете, о чем я. Так. Вы не болели в итоге ковидом? У вас есть антитела? Кстати, я не болел.
тьфу-тьфу-тьфу, к счастью, все в порядке со мной, ничем не болел. Или у меня иммунная система очень сильная, или что. И, в принципе, я вроде бы как-то среди людей был весь прошлый год и этот. Но пронесло. Не было никаких симптомов, не было ничего. Но и не будет. Главное – вера. Так. Давай сними майку. Ага, лысого. Приезжай, Хмельницкий. Узбекистан ждет тебя. Веган. Тула ждет. Песню целый день слушаю. Спасибо. Спасибо за ваше творчество. Ждем в Польше. Спасибо за творчество. Привет из Одессы. Привет, Одесса. Так, что там у нас еще? Ого, сколько. Будет новый мерч. Вообще, да, мерч офигенный получился. Мы делали его не для продажи, а чисто для подарков. Но он получился очень круто. Видите, тут такие хромированные буковки, бестселлер. Тут фотографии очень качественно и круто напечатаны. Это совместная коллаборация Ник Вангарда и Макса Барских. Короче, тут... О, о, все. Тут можно увидеть надпись «Макс Барский», а тут «Зиверт». Вот, но я думаю, сделаю партию для того, чтобы каждый из вас мог себе приобрести. Потому что очень круто сидит худи и очень круто сидят футболки. Сам лично разрабатывал силуэты, делал 3 примерки для того, чтобы все круто садилось, выглядело очень стильно. Так что будьте в курсе новостей, может быть, еще что-то добавлю для мерча. Какие-то интересные головные уборы, одежда. Да, кстати, а куда она пишет? Мне в директ. Нет, пусть пишет либо ВКонтакте, либо в Фейсбуке. Да я придумаю идею. Так, сколько стоит такая футболка? Она бесценна. Она достается в подарок. Что еще? Так. Клип «Огонь», спасибо, классный продукт, который хочется и хочется поглощать. Спасибо. 3600. Кстати, ты слышал, что кто-то трек сделал такой? 3600, 5600. Бери, не тебе. Пусть на фоне играет. Так, что там у нас еще? Макс, кто твой лучший друг, подруга? Вам скинуть ссылку Инстаграма, чтобы этот написали директ и заспами. Привет из Харькова, из Приднестровья, Новосибирск, Болгария кайфует. Слушай, у нас прям все страны мира. Пора в тур ехать. Привет из Беларуси. Зустречайся, кулы, с фанаткой. Конечно. Макс, ты волшебный. Спасибо большое. Привет из Дагестана. Привет, Дагестан. Кстати, блин, я хотел бы в Дагестан поехать. Я так давно там не был. У вас там такая вкусная черная икра, и стоит она так мало. Такая свежая. С Крыма привет. Зубы очень заметно. В смысле? А я мои натуральные зубы. Что вам заметно? Голливудская улыбка. Привет из Херсона. Вся страна знает же. Что знает? Нью-Йорк, baby. Yes, I'm gonna be in New York pretty soon. Привет из Армении. О, Армения, класс. Хочу в Армению, кстати, слетать. А там у вас открыто все или нет? Или тоже карантин? В Стамбул приезжаю. Недавно был в Стамбуле. Как раз по пути сюда. Так, когда в Германию? Да хоть завтра, но там же все закрыто. Так, ты сам выбираешь ткань для худи и футболок? Да, мне приносят образцы. Той ткани, которая есть. Это, кстати, хорошая качественная ткань, итальянская. Итальянская, не китай.
Блин, надо же, еще полгода назад я вообще понятия не имел, что такое фэшн-индустрия. Сейчас я разбираюсь в тканях, в силуэтах, в строчках, в качестве печати, в швах, в фурнитуре, какие бренды она бывает, какие топовые бренды. Ну, короче, очень много всего интересного я изучил за последние полгода. Все, наверное, уже 6. Уже скоро пора идти. Да, ребятки, классно было с вами пообщаться. Еще услышимся, увидимся. Всем хорошего дня. Включайте эфиры Авторадио. И слушайте, как мы фальшивим. Шутка. Кстати, на Урганте много комментариев было, то, что мы под фанеру пели. Это неправда. Мы пели хоть и в петличке, думали, что звук будет говняный, но он оказался вполне приличный. Там, если вы прослушаете, там есть моментики, где слышно, как мы фальшивим. Но, к счастью, с помощью ревера и дилея, что? Этого не слышно. Поэтому звук был чистый лайв. Все? Все, ребятки, всем хорошего вечера. Пока, услышимся. Пожизненно два сумасшедших, как воздух свежий, и все как шоу, show must go on, babe. Мне так спокойно, когда ты есть. Мы обойдем стороной все, что надо есть. Это искусство, не прятать чувства.